Хотя съемку гламурных фигурок в теплой мастерской трудно назвать опасной работой. Если только ваша мастерская не находится в сейсмоопасной зоне. Несколько слов о технике безопасности я все же должен сказать. Вот и видеосессия. Это тьма проводов, горячие лампы, дорогое для вас оборудование и очень много всяких предметов. Но я сейчас не о поражении с электрическим током и не о пожаре. У меня был такой случай. Я готовился к съемке шахматной партии «Зазеркалье. Страна чудес». Места в моей мастерской и так не слишком много. А Эйфелева башня треноги с широко расставленными конечностями отбирала больше площади, чем все остальное оборудование, и сильно затрудняла подход к месту съемки. Я извинился, но сдвинул изящные ножки высокомерной опоры, на которой красовалась камера стоимостью в $1000. Как воплощение самой осторожности, я нес зеркальную шахматную доску с 32 фигурами. Нес как китайскую фарфоровую вазу династии Мин. Я двигался плавно, как пантера, и сам себе напоминал бесстрашного канатоходца, ловко скользящего над бездной. Я был предельно бдителен, но все же зацепил по дороге шнур, обвивавший недораздвинутую треногу. Блин! С плавностью дверного доводчика я вытягивал ступню из петли, но тапочки подвели, и опора камеры потеряла устойчивость. Твою мать! В скрипящем изгибе я приостановил падение коленом, но тренога начала соскальзывать. Любое неверное движение, и на пол посыпались бы фигуры. Они скользили по доске, и некоторые уже находились на краю пропасти. Сообразить, что мне дороже, камера или шахматы, я не успевал. Ваня, помоги! Я понимал, что надолго меня не хватит. Так, есть здесь кто-нибудь еще? Помогите! На ушах гремели слова Павки Корчагина. Смены не будет. Грудью прижав доску к шкафу, я освободил одну руку и в прогрессирующей по сложности одновременно по комичности в позе дотянулся до камеры. Чудом удалось восстановить равновесие системы. Но еще долго я не мог прийти в равновесие сам. Сильно тряслись руки. В таком состоянии я даже не мог расставить на доске сбившиеся в кучу фигуры, которые, казалось, начали терять ко мне уважение. Как говорят кинематографисты, во время съемок почти никто не пострадал. Едва заметная микротрещинка на зеркальной доске и еще... Уже успокоившись, я совсем забыл об очень мощной осветительной лампе, которую в целях безопасности временно положил на табуретку. Она была еще теплой. Светлая ей память. Но плата за халатность, беспечность, неаккуратность могла быть больше. Итак, отснято все, что задумано. Сырье загружено на компьютер, и мы приступаем к написанию сценария. Поскольку и эта область мной не изучена, все кажется на первый взгляд вполне доступным и легким. Ты входишь во вкус, разгоняешься, без труда преодолеваешь преграды, любая задача кажется тебе по плечу. Литературные порывы уносят тебя в голубую даль величия, но полные искушения сбивают с пути истинного и постепенно уводят от основной идеи освещения скульптурной композиции. И ты замечаешь, что текста в сценарии значительно больше, чем отснятого материала, что ты бежишь быстро и с энтузиазмом, но не туда. И ты начинаешь сначала. Теперь уже очевидно, что задуманное тобой в тексте не совсем так, а иногда совсем не так выглядит в фильме, как предполагалось, и что ты ничего не можешь с этим поделать. Энтузиазм пропадает, сценарий становится твоим врагом, ты решительно избавляешься от всего написанного, но очень скоро начинаешь понимать, что делать фильм без сценария так же бесперспективно, как изготавливать машину без чертежей или ходить в продуктовый магазин, забыв список жены. Мирное сосуществование сменяется просветлениями, и сценарий даже начинает интриговать своей непредсказуемостью. Техника простая. Делаем в Word таблицу из трех колонок. Слева номера эпизодов, посредине звук,
то есть текст комментария, название шумовых музыкальных фрагментов, справа видео с подробным описанием сцен и планов, а также титры. Титры могут сэкономить время ролика и заменить часть звукового комментария. Но надо помнить, что титры, наложенные на изображение, отвлекают зрителя, лишают его удовольствия насладиться вашими операторскими находками. Когда вы утрясли все спорные вопросы между литературными амбициями и здравым смыслом и написали, наконец, сценарий, становится очевидным – все, что отснято – враг. Теперь понятно, что сначала нужно было написать сценарий, и тогда съемочная сессия не была бы слепой. Но это не догма. Сценарий все время взаимодействует со съемкой. Постоянно происходит смена лидера, а точнее одного диктатора на другого. И вы проводите вторую, третью фото-видеосессии и многократно правите и даже переписываете сценарий. Над сценарием можно задуматься еще на стадии изготовления или даже проектирования фигуры и сделать несколько видеозарисовок о процессе работы, которые могут быть использованы и в рекламном ролике, и отдельно в мастер-классах. Начинаем подготовку к сборке фильма. Для комфортной работы сначала нужно навести порядок в компьютере. Папки, подпапки, систематизация по хронологии, темам и тому подобное. Это обязательно. Подготовка изображений для ролика – это не только различные корректировки экспозиции, цвета, размера, но главным образом это точное вырезание фигуры по контуру, то есть освобождение ее от фона. Я это делаю в фотошопе. Долгая и кропотливая, нуднейшая, но очень важная работа. Вырезанные и сохраненные в формате PNG персонажи теперь можно использовать на любых фонах, включая подвижные, а также анимировать сами персонажи, перемещать, масштабировать, вращать, искажать, менять прозрачность и так далее. Исходные фотографии оставляем, они еще могут пригодиться. Аудиофайлы, необходимые для озвучивания клипа, я обрабатываю в Adobe Audition. Это и музыка, и комментарии, и различные звуки, которые бывает интересно изготавливать самостоятельно. Когда я начинал записывать свои комментарии, неожиданно понял, как трудно прочесть фразу с нужной интонацией. Добрый день, миссис Хиггин. Какого дьявола вы не можете справиться с таким простым упражнением? Занимайтесь сами! Как неудобно для произношения сочетаются в некоторых словах звуки. Переколпаковать и выколпаковать. Переколпаковать и выколпаковать. Расскажите про покупки. Вы какие про покупки? Расскажите про покупки, про покупки, про вы. На дворе трава, на траве дрова. На дворе трава, на траве дрова. Кару у Клары украл кораллы. Клара у Карла украла кларнет. Клар у Карлы украл кораллы, Карла у Карла украл кларнет. Карл украл у Клары забрал украл кораллы. Клара у Карла украл кларнет. Отлично. Еще раз давай. Карл украл кораллы. Карла у это. Отлично. Цапли чесно, цапли сохло, цапли сдох. О, научились. И до чего же отвратителен мой голос. Эй, дубиношка, охнем, эй, зеленая. Здесь необходимо актерское мастерство, которого если нет, то никакая толстая книга не поможет. У меня нет этого таланта. У меня нет этого таланта. У меня нет этого таланта. И нет возможности нанимать хороших щитцов. Хороших чтецов. Сразу замечу, если вы собираетесь зарабатывать на своих роликах, с особой осторожностью нужно отнестись к музыке. Оказывается, что даже у произведений Бетховена, Моцарта, Чайковского есть правообладатели в законе. Очень важно подобрать правильную музыку. Я так могу. Музыка должна соответствовать общему настроению клипа, усиливать восприятие картинки. Би-бап.
Музыка также задает темп, ритм движения, определяет длительность и характер переходов видеофрагментов. Плавно переходя к завершающему этапу работе в видеоредакторе, скажу, что звуковые дорожки позволят нам рубить сцены клипа визуально по амплитудным броскам звуковой волны. Наконец, в видеоредакторе Adobe Premiere Pro CS6 я начинаю новый проект и последовательно по ходу сборки импортирую подготовленные материалы и также пошагово выкладываю их на таймлайн. Все сразу вытягивать в проект не следует, можно запутаться. Поскольку в интернете нет дефицита бесплатных видеоуроков и статей о работе в Премьере, не хочу перегружать зрителей излишней технической информацией. Но отмечу, что монтаж – творческая работа, своего рода ваяние некой скульптуры. Нет, больше – строительство скульптурно-архитектурного комплекса. И сейчас я представлю вашему вниманию финальный вид этого комплекса – проект видеоролика. Подобный скриншот можно послать на конкурс «Что, где, когда», положить черный ящик и сказать, что там лежит фотография анатомии фильма. А на выигранные деньги приобрести все же шикарную толстую книжку, чтобы разобраться во всех тонкостях. Будем рады, если что-то помогли. Творите на здоровье и всем удачи! Ты скоро уже, моя очередь. Нет, у меня еще больше. А ты сценарий написала? Сейчас. Я сегодня подружился с книжечкой. Да, слушайте. Я читал книгу и уменьшился. Оказывается, книга волшебная. И я случайно узнала, что это книга тоже уменьшилась. Я ничего не поняла.